Ключевые события Великой Отечественной войны через призму судеб земляков. В год празднования 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в Брестском областном краеведческом музее представили культурно-образовательный проект «От Москвы до Бреста». Он будет состоять из цикла выставок, который познакомит посетителей с крупномасштабными сражениями и операциями Красной Армии через конкретные судьбы наших земляков. Подробности далее в сюжете. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков сотрудники краеведческого музея готовы запустить ряд проектов. «От Москвы до Бреста» – один из первых, который будет состоять из цикла выставок о наиболее значимых военных событиях, определивших ход Великой Отечественной войны. Стартовал он с экспозиции о битве под Москвой. И этот выбор не случайен. Оказалось, что среди жителей и уроженцев нашего края, которые принимали участие в войне как таковой, некоторые побывали там. И мы сами не думали, что это будет ни две, ни три, ни пять фамилий. Их оказалось 11 человек. Выставка дает возможность посетителям увидеть личные вещи и предметы, принадлежавшие 11 нашим землякам, участникам сражения, которые сохранились в аналах музея, а также 6 высших наград за участие в битве, 2 из которых именные – медали за оборону Москвы. Безусловно, это интересно. У нас вообще, в принципе, очень большие фонды, то есть у нас более 200 тысяч предметов. Вот. И, конечно, вот много предметов и касается темы войны, и, как мы поняли, даже защитников, которые уроженцы нашей области. Продолжением проектной экспозиции «От Москвы до Бреста» станут хроники событий Сталинградской и Курской битв, белорусской наступательной операции «Багратион», в ходе которой была освобождена наша республика. Руководство музея уверяет, посетителей в ближайшем будущем ожидает масса сюрпризов. Этот проект, он рассчитан на целый год, он будет состоять из нескольких отдельных мероприятий, которые будут включать в себя как выставочные проекты, так и культурно-образовательные мероприятия в рамках этого проекта. И каждое из этих мероприятий будет рассказывать о той или иной битве Великой Отечественной войны, которая шаг за шагом приближала нас к победе. Поделились в музее планами на май. Так, ко Дню Победы откроется выставка о медиках в годы Великой Отечественной войны, а также реализуется совместный проект с мемориальным комплексом «Брестская крепость-герой».